Всем доброе утро. Сейчас посуду разберу и буду делать себе ппшные блинчики. Вот я их уже делала много раз. Что-то блинчиков захотела. Я бы, конечно, обычных слопала, но будем ппшные делать. Для этого пока нужно разобрать посуду и достать сковородку для блинчиков. Так, ладно. Будем эту гору разбирать. Абракадабра. Пам! Так, у меня завтрак. Здесь 4 вот таких тонюсеньких блинчика, которые я сбрызнула. Сироп для агавы какая-то. В общем, всем приятного аппетита. Завтрак. Муж пригласил на чашечку кофе. Не позавтракать, но я уже завтракала, что 15 раз, что ли. Вот, ждет нас там в кафешке. Кафешка, конечно, не так уж и близко, но он знает, что мы пешкарусом ходим много с Чарли. Поэтому идем на чашечку кофе. Иди сюда. На чашечку кофе. Мы уже тут ходим в окрестностях и не пойму, что это такое, шиповник, что ли. Ну что-то отрос. Не каждая роза шиповник, да? Здесь у нас футбольное поле. Футбол играют. Хотите понаблюдать футбол? Как играют? Я не любительница футбола. Обычно дети играют здесь, а сейчас все вот взрослые. И прям зрителей достаточно. Пока там спустим, надо чуть-чуть подождать. Мужа тут вот площадочка такая, Чарли пускай погуляет, по травке пообходит. Такой видосик. Там Меркадона. Меркадона, Меркадона. Блин, мух после дождя, мух, столько всяких комаров. Тьма. А там наш парк находится, в который ходим с Чарли постоянно. Все рядом, город небольшой, поэтому все рядом. Блин, как я испугалась. Гляжу, лежит человек. Думаю, плохо, наверное, стало. Рядом собака. Наверное, ему совсем хреново. Думаю, сейчас уже вспоминала, какой номер скорой помощи, чтобы помочь. А он лежит и ногами болтает. Кайфует. Во, блин, а я тут уже... А я тут уже все эти вспоминаю, номера. Скорой помощи. А он лежит себе, отдыхает, представляете? Вообще. А что он там улегся? Пляж в 100 метрах. Вот странные люди. Минга, маму! Маму! Бенте! Ну, надо же, представляете, да, вот привиделось, что этот человек лежит, рядом с ним собака, ему, я думаю, уже настроила себе, что ему плохо стало, собака никуда от него не убегает, думаю, на солнце там. Потом пригляделась, а он там ногами болтает, отдыхает, во, блин, прикол. Вот ж ведь и надо.
А я, если честно, даже и не знаю, куда звонить в таких случаях. Номер что-то... Знаешь, 112, по-моему, 112 звонить надо. Но не уверена. Фонтанчики такие. Хочется в них залезть. Сегодня такая жара. Фу, прям летняя жара, духота. Надеюсь, вода теплая. Может быть, в часиков 4 поеду на пляж, съезжу. Полежу. Последний денечек все-таки. Сейчас машинки старые поедут, старинные. Мы тут стоим в очереди, видите? Здесь какая-то ферия Собор Гранада, ферия Вкус Гранады, и тут вот всякие что-то, то ли продают, то ли дают, фиг его знает. А, дают пробовать, наверное. И, в общем, всякая еда продается. Сейчас давайте посмотрим, что тут и как. Мясо разное. Вот это выглядит очень вкусно. Смотрите, вот это вот. Thank you.
короче, я уже попробовала варенье, запила все это ромом. Кстати, вкусный оказался. Сразу поговорила уже с сестрой мужа. Теперь еще потеряла мужа. Ищу. Вкусный, зараза. Сейчас так напьюсь. Старые машины уже. Ну как старые? Ну старые, да? Старинные или как их назвать? Уже по-другому, они у нас так по городу катаются. Видите, какая маленькая пузичка такая. Тихо, господи. Такой праздник. Кстати, третий день уже этот праздник продолжается. Я с работы, когда ехала, видела все это. Ой. Ух ты, гляньте, какая крутая. Ну, это уже полиция. Кстати, вот этот ром делают у нас, в нашем городе. Так что, добро пожаловать. Пили стевию. Вот видите, это стевия сушеная. И два чупа-чупса этих, медовые, из меда, натуральные. Стевия листы прям понравились. Знаете, в чай буду добавлять и даже их есть. А сейчас зайдем. Пить хочется очень вот в этот барчик. Выпить пиво. Ну, пиво или какой-нибудь прохладительный напиток. Это я. Уже вторая этапа. Здесь курица в чем-то с картошкой. А мужу там какой-то бутерброд с мясом. И безалкогольная клара. Пиво с газировкой, в общем. У нас закончился дома газ. Мы приехали на заправку. Здесь вот такие вот стоят эти. Обычно, ну да, вот у нас по вторникам по нашей улице возят, просто можешь ему сказать, и он тебе занесет. Так как до вторника нам, мы же не будем без горячей воды. Так что приехали вот за такой вот. Сейчас девушка нам вот это вот поменяет. Этот сдадим, а полный да, нам продадут. 15 или 14 евро стоит, я уже что-то не помню. 12,45 стоит бутылка вот этого газа. Ну, хватает нам где-то. Сейчас летом намного, потому что я почти горячую воду не включаю. А сейчас вообще не включаю, потому что я на спортзале душ хожу и все это такое. Поэтому будет мало. Ну, на месяц где-то вот так в среднем у нас хватает одной этой бутылки. Посуду помыть. Муж там каждый день в душ ходит. Вот, и так вот. Зимой побольше, конечно, уходит, а летом мало. 12,45, подешевел. В прошлом году был 15 евро. Он как-то дешевеет, потом опять цена поднимается. Непонятно. Идем в другое место пиво пить. Сейчас сестры подтянутся. Вот в этот барчик идем. Немного о погоде. Родственники поехали на дачу к другим родственникам. Они там в карты будут играть. А я не люблю в карты играть. И не люблю дачи. Поэтому я сейчас возьму машину и поеду на пляж. Подзагорать. Они поехали, там много винограда, собирать будешь. Я говорю, конечно. Угу. Говорю, нет, 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 спасибо. Я лучше на пляжике поваляюсь. Правда же ведь? Так, и такой денечек прекрасный. Смотрите, центр пустой весь. Сейчас растрясусь немного. Много рыбы поели. Кофе даже выпила. Потому что они сидели, болтали, болтали. Мы когда вдвоем, мы все это быстро поели, попили и пошли. Они болтают и болтают. У нас было 6 человек. 6 или 7. Поэтому время уже 5 час. Какой 5? Что я вру-то? Около 4. Вот такие дела. Ну, пока дойду домой, пока поеду на пляж, будет 5. Немножко поваляюсь. Вот так я обосновалась.
Я приехала. Та-дам! Чарли. Не смогла его дома оставить. Мне так его жалко. Он так обрадовался, что я пришла. В общем, думаю, ну и поеду с тобой тогда. Вода. Купаться можно. Не ледяная. Я думала, будет намного холоднее, но вообще зашибись, нормально так. Тетю там такой вообще сладкий. Здесь рыбаков много. Это собачий пляж, вернее, пляж, где можно с собаками. Где все с собаками. Хотя сейчас, ой, блин, везде можно, там вообще народу никого нет. Ну, я лучше сюда. Ой, бляха-муха, меня чуть не снесло, твою дивизию. Ладно, пойду искупнусь. Такой склон большой. Порог. Прям нормальный такой. И волны. Мы ходим с пляжа. Надо вон там в душ идти, а там какой-то марокканец устроил постирушки. Они стираются и вон там сушатся. Собака чья-то ходит. И прям конкретные там пастирушки у него. Видите? Устроил. У нас порт там в Марокко. Плавают кораблики. И вот их тут дофига. Ведро у него там. В общем, все дела. Я туда не пойду. Я дома лучше искупаюсь. Все равно надо бриться, поэтому. Правда, горячей воды нету, потому что газ-то у меня в машине у мужа, а муж на дачу уехал к родственникам. Ну, я в холодной, ничего страшного. Не, он прям там конкретно обосновался. Ведро у него, все дела. Как у себя дома. Или, может быть, уже собирает манатки, не пойму. Чарли мой по привычке пошел в душ. Я вот не пойму, что он делает. Вот так вот. Уходит, не уходит. Вроде бы уходит. Или нет, хрен его поймешь. Вроде бы уже, наверное, по-моему, он постирался. Пойду, короче, в машину манатки положу. Если он уже постирался, то в душ приму, скажем так. Я не люблю в соли ходить, потому что она потом одежду надеваешь, колется. Все, постирался, ушел. Так что путь свободен. Я свободен. Словно, что там в небесах. Чарли умолился на пляже. Лежит, отдыхает, даже не встает. А я уже съела дыньку. Еще съела Танькину хурму. Она так рот вязала. Мама, не горюй. У меня теперь вся, весь рот вот так, вместе с языком. Сейчас попью чая с стевией, которую сегодня купила. Хочу прям вот вместе с заваркой вот так заварить ее и потом, ну как шоколадку кушать, ну вообще мозги у меня прям работают на 150 градусов, что из этого получится вообще, даже не знаю, самой страшно. И смотрю «Королек, птичка, певчая». Вот, так что будем отдыхать. Вот так будет отдыхать моя рыба сладкая. Пошла я смотреть своего старшего брата, а вам желаю наилучшей и продуктивной недели, и всего самого наилучшего, и всем пока!